Добрый день. Я Олег Зарецкий, я исполнительный директор компании Skyway GreenTech. И я докладываю, находясь на крыше гостевого дома Центра сертификации и тестирования Skyway. Весь Центр сертификации и тестирования перед вами. Вы можете видеть завершенную первую линию, установленные промежуточные опоры второй линии, работы, которые ведутся по совершению инфраструктуры. Дороги, производится обратная засыпка линий коммуникаций, которые были установлены и протестированы уже. И что наиболее важно, мы начали строительство четвертой линии, которая пройдет в этом направлении. Я хочу отметить, что на прошлой неделе в этом гостевом доме была делегация правительства Шарджи и высшие чиновники из Министерства планирования города и управления дорог выразили очень большую заинтересованность в линии Skyway в Шардже. Особенно они просили ускорить строительство четвертой линии, которая будет показывать движение контейнеров и грузового транспорта, потому что именно в такой линии шарджинское правительство заинтересовано больше всего. Сейчас мы проедем по анкерным опорам первой линии и посмотрим на строительство четвертой линии, которая уже идет. Находимся на первой анкерной опоре первой линии. Здесь все закончено, произведена покраска снаружи. Внутри вы видите элементы анкерной опоры. Здесь все закончено и, в принципе, все готово к процедуре тестирования и сертификации SkyWay Transport. Это Юникар. Он смотрится очень здорово снаружи, но внутри это сложнейший транспортный механизм, сочетающий в себе 4 мощнейших электромотора с индивидуальной системой охлаждения, дублированные системы кондиционирования, гидротермосов, очень продвинутая система автоматики с элементами искусственного интеллекта. И вот Юникар – это транспортное средство Skyway, которое будет двигаться на первой линии. Элементы первой линии вы можете посмотреть отсюда. Промежуточные опоры. И далее вторая анкерная опора, куда мы сейчас и проследуем. Находимся на второй анкерной опоре первой линии, и эта опора моделирует станцию транспортной системы Skyway. Можно увидеть высокую платформу для Юникара, низкую платформу для Юнибуса, и в целом данная анкерная опора тоже готова процедуре сертификации и тестирования, что не очень важно, потому что элементы транспортной системы включают также и оборудование станций, включая системы противопожарные, системы безопасности, системы допуска на пассажиров на платформу, систему посадки и высадки пассажиров из транспортное средство, из транспортного средства. Таким образом, можно сказать, что первая линия готова к процедуре сертификации и тестирования. Сейчас я предлагаю проследовать на место строительства, где мы начали строительство четвертой линии Skyway. На Вторая линия, трасса длиной 2 километра. Мы сейчас находимся на строительстве 4-й линии, которая пойдет в этом направлении. Если увидите, там в отдалении идут работы экскаваторные по фундаменту анкерной опоры 4-й линии. И здесь по этой линии идут работы по строительству 8 анкерных опор, промежуточных опор. Соответственно, для того, чтобы выполнить все быстро и четко, мы выбрали одну из крупнейших компаний шаржи «Альфир Хартиби», которая гарантирует строительство и завершение 4-й линии в установленные сроки. И мы считаем, что мы справимся с этой задачей. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в котором мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы общаемся с уникальным человеком. Я вспомнил песню про летчиков-испытателей. Мы учим летать самолеты, а этот человек учит изобретать изобретателей. Итак, мой собеседник сегодня Михаил Орлов. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, тезка. Да, здравствуйте, Михаил. Расскажите, пожалуйста, все-таки правильно ли я вас представил или нет? Потому что список ваших достижений реально впечатляет. Пару названий хотя бы. Где вы консультант, где вы преподаете, в каких организациях, компаниях, учебных заведениях? Прежде всего я хочу вас поблагодарить за то, что вы поздравили меня с 25-летием нашей деятельности уже в формате нашей академии. Ну, за это время действительно мы работали с очень многими компаниями, но самое главное, что мы создали впервые в ТРИЗ направление, мы впервые создали образовательное направление, образовательную технологию. Эта технология ориентирована, конечно, на специалистов, прежде всего. В России, прежде всего в России, развиваются такие методики обучения школьников, даже дошкольников, преподавателей школ, где мы тоже поработали и будем работать. Но все-таки мы сделали впервые образовательную технологию для инжиниринга. И вот нами опубликовано, ну, мной опубликованы, разработаны и методики, и книги. Вот одна из этих книг, это вот Modern ТРИЗ, это Шпрингер. Modern ТРИЗ в мастер-программах. Шпрингер — это издательство. Это издательство, это вообще говоря выдающееся инженерное мировое издательство. Так не скромничайте, да, я не к этому вас и подталкиваю. Вот. В этом году еще две книги у меня выходят в одном из самых больших издательств в Китае. Таким образом, в Китае у меня будет издано уже 3 ключевые книги. Все 3 ключевые работы будут изданы в Китае. Вот эта 4-я, до нее очередь не дойдет, потому что я только что получил авторский экземпляр. И привез вот этот авторский экземпляр, подписал как презент Анатолию Ударовичу, потому что он тоже дал референс для старта этой книги. За что я ему, конечно, очень благодарен. А вообще, если вы видите, на обложке здесь... Вижу общепланетарное транспортное средство. Spaceway. И это то, с чем я тоже связан уже где-нибудь так около 30 лет. Вот, поэтому, а так, по опыту работы за эти годы, я работал и на Siemens, и работал на Samsung почти 2 года в Сувоне, в Корее. Вот. Работал в Китае потом, в том числе и был на фирме Huawei со своими рекомендациями. Ну а основное наше направление – это, конечно, обучение инженеров. Инженеры, менеджеры и ВИПы, то есть VIP, то есть директора. Потому что если директора и первые лица предприятия, главные конструктора, директора по развитию понимают, как может развиваться компания, что для этого надо особенного, нового, то тогда они могут правильно структурировать свой коллектив, определять группы, которые мы обучаем и будем обучать именно по нашей все-таки уникальной образовательной технологии. Смею надеяться, что ваш нынешний визит к нам на предприятие вызван не только желанием подарить авторский экземпляр данной книги Анатолию Эдуардовичу Юницкому, но также и началом сотрудничества по обучению и наших специалистов. Да, в том-то и дело, что я получил как раз приглашение для того, чтобы поработать сейчас со специалистами, руководителями и определить, кого, как, с какими целями мы начнем обучать основам ТРИЗ именно в Skyway. Так что вы все правильно определили. Я знаю, что только что у вас закончилась встреча с Анатолием Эдуардовичем. Я знаю, что она была этому посвящена. Да. Я знаю, что буквально через несколько минут у вас начинаются уже рабочие какие-то моменты, поэтому не смею вас задерживать. Благодарю вас за то время, которое вы нам уделили. И хочу спросить, возможно, вы сами хотите что-то добавить к сказанному? Я вас о чем-то не спросил, а вам есть с чем обратиться к нашим зрителям, к тем людям, многочисленным сотням тысяч, возможно, даже миллионам, которые поддерживают наш проект. Я хотел бы вот что, чем поделиться вот с нашими слушателями. Хотя вот на конференции по космическим системам, я это в докладе своем представлял в прошлом году, летом в Марьиной Горке, но широкая публика, конечно, этого не знает. В нашей теории есть два фундаментальных определения. Это предельные системы и вечные системы. Анатолий Эдуардович является изобретателем двух фундаментальных идей в инжиниринге и вообще в цивилизации. Вот в нашей всей цивилизации, на всей ее истории. Смотрите, струнный рельс, струнная система как таковая, это предельное решение. У меня показано 5-6 генераций, скажем так, транспортных систем, и все они строились на рабочем органе. Рабочим органом является рельс и колесо, или дорожное полотно и колесо, вот здесь, в этом сотрудничестве. И идея Анатолия Эдуардовича по поводу особого рельса, она сразу революционизирует надземный транспорт, наземный транспорт и так далее. Вот это предельная система. И она вечная. Потому что после такого вот решения здесь уже она уникальна, она единственная, она самая лучшая, самая эффективная. И могут быть только различные инженерно-технические, материальные там решения, но как принцип натянутой струны, ну, как основной принцип, так сказать, в конструкции, он единственный, и он уже навсегда, его превзойти нельзя. Второе. Кольцо вокруг земного шара. Вещь, конечно, очень сложная, рассчитана на перспективу. Кстати, безальтернативную перспективу, поскольку понимаем тот ущерб, который наносит ракетный старт. Так вот, сама идея, она единственная по физической реализации, уникальная, стала быть, предельная. Ее повторить как идею, ну, условно, запатентовать невозможно. Она предельная. Вот он создатель двух предельных идей. Собственно, струнной концепции несущего какого-то полотна, рельса, и кольца вокруг земного шара, как будущего, так сказать, земли, будущего индустриального земли, но в космосе. Вот две вещи. Это великолепные, совершенно потрясающие идеи. А дальше, дальше начинается гигантская работа, как мы все это знаем, требующая маленьких изобретений внутри развития этих предельных и вечных систем. И этому надо продолжать учиться. ТРИЗ здесь будет работать и уже работает, поскольку сам вот Анатолий Эдуардович, он же все, что он делал, и мы же с ним прошли это очень много лет, он делает это по-своему, но принципы у него все-таки тризовские. То есть противоречия, преодоление противоречий и так далее. Поэтому в основе его творчества, в основе нашего моделирования для Skyway лежат тоже предельные фундаментальные принципы. Эти принципы создал как раз вот автор ТРИЗ, это Генрих Саулович Эльшуллер. То есть это противоречие и разрешение противоречий различными моделями. То есть все у нас сходится в Skyway и в Spaceway, сходятся великолепные, гениальные совершенно идеи Эльшуллера и последователей, которые создали вот, собственно, базу ТРИЗ. Мы создали как бы авангард ТРИЗ, это образовательное направление. Анатолий Эдуардович создал фундаментальные идеи струнной системы и космического транспортного кольца, космической цивилизации. Вот это все вместе сошлось. То есть ТРИЗ, образовательное направление, инжиниринг. Вот мы вместе все это сейчас делаем и будем делать дальше. В итоге нашей встречи хотелось бы все-таки, чтобы всем было понятно. Объясните кратко, что дает ТРИЗ технологии Skyway? Понятно. Я уже сказал, что ТРИЗ уже де-факто применяется в развитии струнных технологий. Ну, раз вы обучаете наших специалистов, это понятно. Ну, я еще не очень много обучал, в основном мы работали с Анатолием Эдуардовичем. Но вот теперь, по поручению Анатолия Эдуардовича, мы будем это делать планомерно. И это означает, что с помощью нашей образовательной технологии мы сможем обучать специалистов компании Skyway быстро, надежно, эффективно, чтобы новые решения, разрешение проблем проектных, а их бесконечное множество, происходило быстро, качественно, с оригинальными сильными решениями и часто, вероятно, возможно, патентоспособными решениями. Самое главное, это чтобы Skyway все время сохранял глобальный приоритет в развитии. Ну и как можно быстрее реализовывался во многих регионах. Вот что я и желаю компании. С помощью ТРИЗ это обязательно будет сделано быстрее и на более высоком уровне. Спасибо большое. Я искренне надеюсь, что наше сотрудничество и дальше будет таким же плодотворным. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на наших официальных сайтах, поддерживайте наш проект, живите среди фундаментальных идей. Строй Skyway, спасать планету. Сегодня находимся в экотехнопарке Марьиной Горки. За моей спиной несколько фрагментов транспортных комплексов. То, что темно-серое, это ВЭКС номер 4. Немножко дальше это ВЭКС номер 1. За ним, за этим транспортным комплексом располагается еще недостроенная, еще строящаяся ВЭКС номер 5. Мы постоянно оцениваем возможность применять той или иной трассы. Допустим, это город. Берем город, смотрим. Если расстояния нам позволяют делать большие шаги и не мешает, скажем так, инфраструктура самого города, мы применяем гибкую или полугибкую, а также высота еще очень важна в этом деле. Вот. Если же у нас получается, что очень много инфраструктуры, то есть мосты, дороги, и нам приходится между ними лавировать, условно назовем это так, то, конечно, здесь уже предпочтение получает жесткая наша структура, которая обладает теми свойствами, что она может поворачиваться в любом месте, потому что если мы берем наши стандартные структуры, это полугибкая, гибкая, то здесь есть один, скажем так, момент, который мы должны все учитывать, это то, что она должна быть идеально ровная от опоры анкерной до анкерной опоры. А только потом уже между анкерными опорами мы можем поворачивать. То жесткая структура позволяет нам уйти, опять же, не преднапряженная, уйти от этого и немного поворачивать, лавировать между путевыми, скажем так, существующими какими-то структурами или инфраструктурой города самим, то есть здания и все остальное. Если же мы берем уже за город, то здесь предпочтительно применение легких наших структур, это гибкая и полугибкая. Они обладают большим шагом промежуточных опор, соответственно, мы экономим как на занимаемой земле, и также у них снижена металлоемкость. Всю нагрузку на себя принимает анкерная опора, но ее, скажем так, объем и занимаемая площадь настолько будут незначительные, что мы можем даже, в принципе, на это не обращать внимания. Один из аспектов безопасности транспортного комплекса – это защита и от террористических угроз. Ведь разрушение путевой структуры и разрушение анкерных опор, промежуточных опор возможно только благодаря подобным воздействиям. Путевая структура и промежуточные анкерные опоры рассчитываются на определенные нагрузки, и в процессе штатной эксплуатации их разрушение предполагается невозможно. Более того, необходим и будет проводиться регулярный технический осмотр путевой структуры и опор. На экотехнопарке мы проводим испытания транспортных комплексов. Это путевые структуры и, соответственно, транспорт на них. Это нужно нам для того, чтобы определить методики проектирования, отрабатывать какие-либо решения в конструировании и определять необходимость тех или иных устройств в подвижном составе. Наши путевые структуры Skyway являются универсальными. Они применяться могут в разных климатических условиях, соответственно, в разных странах. Минус 40, минус 50 до плюс 60, плюс 70 градусов. Путевые структуры универсальны и используются там, где нужно, допустим, пройти над чем-то. Это реки, это горы, это будет даже город, в принципе, тот же самый. Вот. Мы можем проходить на втором уровне, можем проходить над вторыми уровнями, то есть над другими дорогами. Тогда мы поднимаемся выше, ну и, соответственно, проходим все препятствия, которые нам мешают. Если транспорт у нас легкий, то можно отдать приоритет провисающим трассам. Если же транспорт перевозит тяжелые грузы, это Юниконт с нагрузкой там, 50 тонн, то, соответственно, это может быть и ферменная путевая структура. Ферменная путевая структура необходима в тех местах, где у нас имеются повороты, развороты и так далее. На ВЭКС номер 5 по итогу перебора нами более легких конструктивных решений в плане технико-экономических показателей, материалоемкости путевой структуры, было принято решение применить путевую структуру нового типа. Это полужесткая, на которой будут перемещаться транспортные средства только навесного типа. Путевые структуры непосредственно от анкерной опоры до анкерной опоры, они являются все напряженными путевыми структурами. За анкерными опорами это разворотные кольца, уводы, стрелочные переводы, они являются ненапряженными путевыми структурами. Напряжение путевых структур осуществляется при помощи гидравлического оборудования, в частности гидродомкратов, путем растяжения стали либо каких-либо других материалов в непосредственно путевой структуре. Анкерная опора представляет из себя плиту перекрытия, на которой непосредственно крепится узел анкерения. Дальше с плиты перекрытия усилие переходит на несущие колонны либо стены. Нагрузка со стен переносится на фундамент. Поэтому массивные фундаменты – это залог успеха. Если провести аналогию, да, получается, что наша струнная транспортная система, наши, в принципе, струны, они как бы чем-то перекликаются с линией электропередач и в то же время могут нести на себе транспорт. То есть все путевые структуры прорабатывались под электропитание от колес транспортных средств. Это было требование генерального конструктора. Какие здесь преимущества? Преимущество в том, что чем взаимодействует машина, когда едет по транспортной какой-то структуре, по дороге, неважно. Она взаимодействует колесом с поверхностью. То есть у нас как минимум два рельса, между которыми нужно соблюдать какую-то точность установки. Вот. Соответственно, третий контактный рельс, как вот в поезде или в метро, он требует тоже какой-то точности установки, что, в свою очередь, очень сильно удорожает конструкцию. Вот. При этом, пользуясь тем, что у нас транспортная система второго уровня, мы можем реализовать питание только от правого и от левого колеса, тем самым избавившись от контактной сети в классическом понимании ее. Вот. Что нам удешевит структуру, облегчит ее, уменьшит материалоемкость и в то же время в значительной степени облегчит обслуживание потом, то есть в долгосрочной перспективе. Грузовой транспортный комплекс является действующей транспортной линией, которая в соответствии со своим назначением готова для опытно-демонстрационной перевозки навалочных грузов. Основные процессы по транспортировке сыпучего груза, а именно процесс погрузки, разгрузки, осуществляется без участия обслуживающего персонала. Контроль за процессом транспортировки происходит оператором, которому в этом помогает автоматические системы мониторинга и управления. Благодаря опиранию ленты кузова на колесные пары с качением стального колеса по стальному струнному рельсу обеспечивается низкое энергопотребление. Также вследствие применения определенной схемы расположения внешних приводных устройств длина трассы МиниТранс теоретически не имеет ограничений, в отличие от классических конвейерных систем. Цифра по производительности Юнитранса, представленная в экотехнопарке, порядка 500 тонн в час в эквиваленте гранитного щебня. Это около 5 миллионов тонн в год. Данная система позволяет в перспективе обеспечить производительность около 20-30 миллионов тонн в год сыпучего материала. Лента кузова Юнитранса изготовлена из резинотросовой ленты специальной конструкции, которая обеспечивает возможность закручивания относительно вертикальной оси согласно профилю рельса, что обеспечивает прохождение разворотных участков, а также зоны разгрузки. Опирание ленты кузова Юнитранса на колесные пары обеспечивает большую долговечность ленты благодаря отсутствию знакопеременных изгибных нагрузок. Благодаря низкому коэффициенту сопротивления качению удельный параметр затрат на транспортирование сыпучего груза будет лежать в диапазоне 0,2-0,8 кВт-ч на тонну километр. Если сравнивать с существующими непрерывными системами, например, это ленточные конвейеры, это примерно в 3-5 раз эффективнее. Процесс загрузки Юнитрака максимальной грузоподъемностью 1800 кг осуществляется в автоматическом режиме согласно маршрутного задания и занимает около 15-20 секунд. Полезный объем грузового модуля при этом составляет 0,75 метров кубических. Разгрузка юнитрака осуществляется в движении, то есть без остановки в разгрузочном терминале, что значительно повышает общую производительность системы. МиниТранс и Юнитрак в данном исполнении предназначены для перевозки навалочных грузов. Модульная конструкция Юнитрак может быть адаптирована под перевозку других грузов, как вариант перевозка Европалет. Исследовательские испытания и опытные конструкторские работы на данной транспортной линии не прекращаются. Основная цель – получить на основе данного опыта еще более эффективный и востребованный продукт. Управление подвижного состава, как всегда, долгие годы уже, можно сказать, трудится над разработкой все новых и новых типов и видов и моделей транспортных средств. В принципе, сейчас этап, когда уже от количества надо переходить к качеству как разработок, так и, собственно, изготовленной продукции. И нынешний кризис, он однозначно нас точно не убьет, а сделает нас сильнее. Сильнее, прежде всего, потому что мы себе сейчас позволили больше времени уделить, либо сфокусироваться на тех проектах, которые нам будут нужны в ближайшее время. Из машин, разработанных ранее, на модернизации плана находится один Юнибус. Ее решено довести до конца, потому что уже почти все сделано в зоне разработки. Модернизация остальных транспортных средств пока отложена. Да? И если по новым разработкам, то это фокусировка на двух основных проектах, которые будут иметь реализацию уже в текущем году. Это пассажирский Юнибус на подвесном исполнении на 25 пассажиров. И вторая машина — это Юниконт для перевозки морских контейнеров 20-40 футов. Этот проект уже достаточно долго идет, но чтобы понимала наша аудитория, мы не топчемся на месте. Это, можно сказать, сейчас уже будет третья версия. То есть первые две модификации, они разработаны в полном объеме, но они не были доведены до окончания производства. И по ходу разработок, по ходу движения проектов мы уже работаем в постоянно динамично изменяющихся условиях. Как тут ответить? Если даже посмотреть историю любой отрасли технической, в том числе и транспортной, но если развивали только железную дорогу, забыв про автомобильный транспорт, наверное, нас очень сильно ограничило на данный момент. И разрабатывать что-то одно, не уделяя внимания чему-то другому, это, скажем, не даст нам возможности одновременно удовлетворить потребность всех потенциальных заказчиков. Мне даже удивительно, в принципе, слышать про длительные сроки разработки, потому что каждая модель, если говорить про подвижной состав, каждая из этих моделей разработана в срок гораздо ниже ожидаемого в среднем по автотранспортной отрасли. При том, что у нас каждый проект, он уникален, он на 80-85%, а то и 90%. Есть машины, которые просто они не повторяют предыдущий накопленный опыт в классических отраслях. Там опыт 100-200 лет где-то. И каждая новая модель — это, по сути, модификация, в принципе, предыдущей. Хотелось бы что отметить: если бы мы каждую разработку обязательно доводили до железа, то сроки разработки были бы еще больше. И это были большие, колоссальные и материальные затраты. Потому что иногда вполне достаточно в данный момент разработать модель, провести ее виртуальную валидацию, понять, что с ней все будет хорошо, и когда рынок ее попросит, потребует, в нем будет необходимость для адресного проекта, то разработка этого проекта актуализируется и в ускоренных темпах будет доведена до окончания, до готовности стать продуктом. То есть, с одной стороны, это реализации собственных идей, улучшающих конструкцию машины. И с другой стороны, каждая из последующих модификаций, она лучше отвечает внешним требованиям, предъявляемым нам со стороны транспортных комплексов и тех адресных проектов, которые уже прорабатываются. Ну, какого-то стопорения производства как такового у нас не наблюдается. То есть все службы и производственные, все работают в необходимом на сегодняшний день режиме. Мы идем по коридору нашего нового, прекрасного, светлого офиса, в который мы недавно переехали, где у нас управление подвижного состава занимает целый 5-й этаж. Предлагаю зайти для начала в КБ-шасси, посмотреть их разработки. КБ-шасси – центр максимально инновационной деятельности в рамках управления подвижного состава, где происходит разработка тяговых модулей, транспортных средств Skyway, систем обеспечения движения, антисходовых систем. Говоря про затянутое ожидание продукта и предложение начать с грузового сегмента. Да, предложение разумное, и оно некоторое время назад обсуждалось, но было принято решение все-таки уйти в параллельную работу, ибо да, легче, да, проще, но все-таки это другой транспорт. И имея грузовой самосвал, ну, какая-то компания, да, производящая грузовые самосвалы, вот так вот в один день заявить, что окей, теперь мы делаем люксовую пассажирскую технику, ну или наоборот, не люксовую, а там для широкого круга потребления бюджетную легковую технику, ну вызовет определенное недоверие, наверное, и скепсис. Придется подтвердить это все равно в любом случае. Курс, принятый все-таки на широкий сегмент, он в перспективе выглядит правильно. Да, это оттягивает возможный результат, но где гарантия, что, имея хорошую грузовую систему, нам бы заказали тот же Юнибайк. Ну, это один аспект. А второй момент, говоря про Юниконт, здесь нужно оценить еще масштаб тогда необходимых финансовых. Ретроспективно, если смотреть, от наших самых первых проектов, это был Юнибайк, это легкая техника, легкая, соответственно, дешевая. Я не про подвижной сейчас состав даже говорю, а про, собственно, саму дорогу, инфраструктурную часть, где масса, главным критерием является масса равно деньги, собственно говоря. И дальше уже развитие, если посмотреть, оно шло все больше на более высокий тоннаж. Вот это основные проекты, и ближайшие, которые уже собираются в железе на производстве, это самоходное шасси Юнибуса на 25 пассажиров. То есть как бы на его базе разработано изготовленное самоходное шасси. Ну, для чего это нужно? Прежде всего отработать основные системы, которые будут использованы уже собственно, в самом транспортном средстве, уже в его там коммерческой версии. Ну, например, даже сейчас уже в рамках этого самоходного шасси мы сможем отработать на ней, проверить полноценно в работе в живых условиях элементную часть от Юниконта, который выйдет к концу года. Это тяговый электропривод, это его двигателя, его накопитель энергии, его бортовое зарядное устройство и так далее. Говоря про прорывы и достижения, ну, я бы хотел сказать, где-то без ложной скромности, что ну, тут на экране показано весь наш подвижной состав. Это и есть наш прорыв, да? То есть за 5 лет я со счета сбился, сколько не модификация, модели полноценно, сколько транспортных средств, их 11 или 12 за 5 лет. в железе работающем. Назвать какой-то один из них вот тем бриллиантом, который затмевает всех остальных, ну, я не могу. Они каждый отрабатывает свою зону, каждый по-своему уникален, б, красив. В перспективах же, ну, мы видим сейчас, ну, наверное, 1/5 часть в лучшем случае всего многообразия задуманных транспортных решений. Я имею в виду модели транспортных средств. Делая правильный выбор, каждый раз доставая из проектов, из идей очередную модель, это наш план на будущее. Плюс, конечно, ждем тот самый выбор, ту самую модель, которая пойдет в продажу. Следующий вопрос касается сертификации транспорта. И вопрос мы обобщили в такой форме. Есть ли транспорт Skyway уже сертифицированный по нормам Объединенных Арабских Эмиратов? Я хочу еще раз пояснить, что такое сертификация. Ничего сложного. Почему-то все боятся. Сертификация — нет ничего сложного. Сертификация — это по-другому называется соответствие требованиям. То есть есть требования к транспорту, мы должны соответствовать. Вот и все. Требования к транспорту мы знаем. И знаем требования к транспорту в любой стране. И поэтому у нас нет проблем сделать транспорт таким, ну, струнный транспорт Skyway, чтобы он соответствовал тем требованиям, естественно, был сертифицирован. Да? И поэтому работа, вот бумажная работа с документами и так далее, да, с испытаниями, с исследованиями, там, с протоколами и так далее, она ведется, она началась еще 2 года назад, а не сегодня, так, естественно. И она уже близка к завершению, потому что все, что нужно было, там надо было даже свои нормативы создать. Вот такие талмуды писать, вот такой толщины. Это все расписывать. Возьмите вот, там, я не знаю, на какую-нибудь кофемолку или там на СВЧ-печи или на телевизор инструкцию. Она вот такая. Так у нас же тоже должны быть все эти документы. На подвижной состав, на конкретную модель. Причем это сложнее самолета, тот же Юнибус, да, особенно высокоскоростной, на путевую структуру, на опоры, на связочный период и так далее. Поэтому сертификация она простая, вот подготовка документов сложна. Так? Эти документы уже тоже на завершающей стадии для условий Объединенных Арабских Эмиратов, где там другой климат, где тоже песок, у нас снег проблема, а там песок, который и пыль забивает, лезет, залазит в любую щель и выводит из строя любое оборудование, да? Где соль и в воздухе, и в воде, и все корродирует. Там можно просто на час положить металлический предмет на улицу, он за час заржавеет. Вот для этих условий, естественно, мы в этих условиях будем сертифицироваться, так? И для этого, чтобы пройти вот эти этапы и быстрее, и соответствующим образом, то мы привлекаем и те организации, которые занимаются сертификацией, ну, уже по нормативам ЕС, и Европейского сообщества, Европы, которыми руководствуются и Объединенные Арабские Эмираты, в частности. И, допустим, тоже это метро, которое построено в Дубае, оно сертифицировано по европейским нормативам. И этим занимался Siemens, компания Siemens, немецкая компания. Да? Поэтому это тоже работа сейчас близка к завершению. И окончательная точка уже в сертификации будет поставлена тогда, когда мы построим тестовую трассу и изготовим именно тот подвижный состав, который будет эксплуатироваться уже в проектах, в адресных проектах. И проведем пусконаладочные работы и подтвердим экспериментом, что мы соответствуем этим требованиям. Требования эти известны, И они заложены в проектную документацию, естественно, в изготовление. Поэтому, да, скоро у нас будет сертификация уже по нормативам, которые действуют в Объединенных Арабских Эмиратах, но это нормативы, на самом деле, европейские. Понятно. То есть выводом можно сделать такое новое понятие. Правильнее спрашивать не о сертификации, а о соответствии нормам безопасности. Ну, вообще, в первую очередь, конечно, безопасности. Но, ну, смотрите, вот, допустим, все понимают, что маломобильные люди вот, на инвалидных колясках тоже должны ездить на транспорте. Так что такое соответствие требований? Это не безопасность для инвалида. Ну, представьте, вы сделаете дверь 600 мм, а коляска 800 метров шириной. Он заедет вообще в машину? Нет. Нет, конечно, да. Но есть требования. Всего лишь. Это не связано с безопасностью. Дверь должна быть не менее 800 мм шириной. А мы делаем 1200 мм. Ну, наверное, коляска въедет, да? Легко. Так таких требований много. Не надо там думать, что какие-то страшные требования. Если я еду в транспорте и захочу читать книгу, так, наверное, на уровне, вот таком уровне я должен видеть текст. Наверное, должна быть освещенность, должна быть определенная, да? Столько-то люкс. Так это требование. Естественно, мы делаем освещение, чтобы это требование выполнялось. Если требование безопасности, потому что он не идиот возьмет, что-нибудь закурит или спичку там зажгет и бросит, и все это загорится, и тем более на втором уровне, да? Потом есть требования, опять же, не горючий материал. Ну, типа не персидский ковер, да? Да. Причем там требования, чтобы ты не спичкой зажег, а, допустим, паяльной лампой не мог зажечь в течение 5 минут. Понимаете, вот такие требования, да? Так это, опять же, соответствие требованиям всего лишь. И мы все знаем. Там нет супер каких-то, которым нам скажут, вы знаете, вы не сертифицируете. А вы знаете, что у нас еще такое-то требование есть? Такого не будет. Мы все требования знаем. Все, вот здесь требования, да. Такого не будет. Факир там что-нибудь достанет, и говорит, а вот этого не знаете, потом не сертифицируем. Понятно. Такого не будет. У меня экземпляр нашей струны. Он состоит из пучка напряженных проволок, которые находятся непосредственно в жестком коробе. Здесь сверху головка качения. Она представляет из себя стальной штрипс, который размещается непосредственно на коробе. Здесь имеются втулки для задания траектории пучка внутри короба, для того, чтобы обеспечить строительный подъем непосредственно самого рельса на пролете. Напряжение будет передаваться непосредственно по проволокам. Здесь через заполнитель имеется связь с дорожкой качения. Заполнитель себя представляет дешевую, разработанную нами бетонно-полимерную смесь, которая и гасит шум, и может передавать какие-либо нагрузки. Также на сегодняшний день у нас имеется некий опыт в трибофатике. Данная наука нам позволяет более конкретно судить о том, как себя ведет колесо в контакте с рельсом, где нам необходимо улучшиться конструктивно по таким элементам, как колесо и рельс, влияя при этом на шумность, вибрации, плавность хода. Сам по себе рельс, он весь у нас преднапряжен, то есть, условно говоря, он весь выступает в роли струны. Поэтому, собственно, сама струна и является элементом как токопередачи нашей структуры. В железной дороге для передачи энергии используются рельсы. Вот, и у них есть какое-то сечение, через которое ток проходит. Но они сами по себе не несут такую нагрузку, как у нас. То есть у нас рельс, он более развит и имеет большее сечение поперечное. Поэтому в нашем случае, если относительно железной дороги, увеличение сечения нашего рельса для того, чтобы реализовать прочность его, оно играет нам на руку, потому что оно позволяет уменьшить потери на передачу энергии. У нас есть решение на сегодняшний день, как обеспечить подвижной состав питанием низкого напряжения, но при этом передавать энергию на значительные расстояния. То есть, это 50 тысяч и более километров реализуемо. Один из важных аспектов нашей транспортной системы является беспилотное управление транспортными средствами. Безусловно, анализ тех аварий, происшествий, которые происходят в автомобильном транспорте, в железнодорожном транспорте, авиационном, показывает, что основной причиной опасных ситуаций и происшествий является именно человеческий фактор. На этапе создания такого беспилотного транспортного средства нам придется проходить все этапы сертификационных испытаний, множество различных процедур, дабы реализовать те самые безопасные алгоритмы беспилотного управления. Собственно, это один из аспектов, благодаря которому наш транспорт и можно будет считать инновационным. В рамках программы расширения производственных мощностей компании-разработчика струнного транспорта Юницкого во вторник, 5 ноября, в первый производственный цех закрытого акционерного общества «Струнные технологии» был доставлен вертикальный пятиосевой обрабатывающий центр моделей Genos M460V-5AX производства японской корпорации «Окума». Окума является признанным во всем мире брендом в сфере металлообработки. Этот станок отличается от аналогичного оборудования прежде всего своими конструктивными особенностями. Это высокой жесткостью станины, прецизионной точностью и надежностью. Данный обрабатывающий центр позволяет изготавливать детали из различных материалов, начиная от пластика и композитных материалов и заканчивая высоколегированными и закаленными сталями. Одной из важных особенностей этого станка является наличие продвинутой системы безопасности, которая исключает столкновение рабочих органов станка. Это, в свою очередь, снижает риск производственных потерь. Работа на этом станке требует от оператора высокого уровня квалификации. На рынке труда Беларуси таких специалистов немного, но у нас в штате они имеются. В данный момент сотрудниками компании «Окума» производятся пусконаладочные работы. Ввод станка в эксплуатацию будет осуществлен в ближайшее время. Global Star Club. Возможности безграничны.